подарим вам, чтобы вы на этом свете все делили пополам. Сейчас вам нужно будет очень классное задание, ребята, потом скажете мне спасибо. Сейчас вам в зале нужно найти двух классных девчонок и сделать фотографию, когда они целуют вас с разных сторон, а вы делаете селфи. Die müssen jetzt zwei Frauen finden, die werden ruhig auf die zwei Wangen begrüßen und von dieser Lage machen sie ein Foto. Let's go, поехали, ребята. Все, что вы ищете. Что вы будете говорить прекрасно на русском языке, поэтому прямо сейчас вы видите, как выглядели ваши родители в день свадьбы. Обратите внимание, это ваша мама. Мама, скажите, пожалуйста, что-нибудь будущим детям. Дорогие дети. Достаточно, спасибо большое. Ну а сейчас папа. Привет, дети из прошлого. Мы из прошлого.